10 дней, 17 спектаклей, 8 тысяч зрителей, мировые премьеры, мастер-классы и творческие встречи. Накануне в Ярославле завершился 15-й международный Волковский фестиваль, который называют самым громким событием театральной России. Под занавес фестиваля на подмостках Первого русского блистали его хозяева. На камерной сцене прошли читки современной польской драматургии, а на основной волковцы сыграли одну из своих последних премьер – спектакль по бессмертной трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Более подробный рассказ о последних фестивальных днях Первый Ярославский предлагает вам в специальном проекте «Дневник фестиваля» сегодня в 22:30. Я получил колоссальное эмоциональное потрясение на этом в целом от фестиваля, от его спектаклей, от встреч, от работ, от общения, от, в общем, проведения этого фестиваля. Мне кажется, это самый главный смысл.